Всем привет, на канале Usplay. Продолжаем проходить жизнь после. Нас остановились, мы посетили могилу Сары. Сейчас нас в определенном месте прилетел вертолет Нера. Надо разведать, что они там ищут. Сейчас съездим на разведку. В предыдущем, так сказать, в предыдущей встрече с Нера они изучали Орду, вообще, как они продвигаются, где, что из себя представляет. Сейчас, может, какую-то нам новую информацию подкинут. Почему только показывают нам ехать по другому пути, не могу понять. А, можно же сократить. Так, вопрос вроде был. Ладно, фиксим. Давайте посмотрим, что там за вопрос был. Ух ты, блин. Догнал все-таки. Зараза. Надеюсь, он один был. Чего-нибудь достоит. Конечно. Так, сейчас сходим в знак вопроса. Где у нас был бензин, мало, конечно, становится. Опять же, моя оплошность была в том, что в лагере при предыдущей миссии, когда мы встречи Сары на могилу уходили, там же был бензин, где можно было заправиться. Так, и чё? Это же тут был вопрос. Да и фиг на него, на этот вопрос, что-то ничего не видать. Ух ты, блин! Как он тут оказался? Сукин сын! Бля, там уха. Блин, попал в эту западню сраную. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня я думал, с чего. А вот сейчас ты мне вовремя. Я не в настроении. Пойдет.
Так, а у нас Тисако-то уже все. Давайте возьмем битву. Что у нас с пистолетом? Возьмем пистолета, да. А, глушитель. Ловушка. Снять глушитель. И мы его поставим на пистолет. Что, нельзя что на пистолет ставить? Нет, снайперка нам нужна. Так. Как я так шел офигенно? Ух ты, они даже так умеют. Так, ну вроде это все были. Обрез не нужен нам. Так, бита у нас, в принципе, там не сильно такое же делать. Блин, время сколько у меня отняли за это. Я-то думаю, там что-то интересное. Масштаб. Что-то посмотрю, ты за кем? А, за оленем они побежали. Это мотоцикл еще бежать и бежать. Ёкарный мамай, ни хрена они утащили меня на гору. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Да, блин. Халява, оленина. Так, у нас получается... Животные в одном лагере сдаются за деньги, а фрики в другом. А, тут три оленя было. Отлично.
Так. А вопрос-то где был-то? Здесь же вроде. Хватит нам бензин-то наехать. Биты с гвоздями. Вот сейчас мы ее и сделаем, кстати. Так, биты с гвоздями. Бита. Ремонт. Создать. Отлично. Так, а тем же у нас еще вон та машинка. Ну что, что-нибудь есть? Заразу. Где еще? Ножку стула. Вон они что тут засаду устроили. Я только сейчас увидел. Нить натянута. Засранца, а. Да, если машин, конечно, здесь не было, я бы не остановился. Так, ну вроде это были последние. Так, быстро сохранение сейчас сделаем. На всякий случай. Еще байк стоит. Так, а если другой байк убрать? Нет. Другой бак нельзя брать, только есть и свой. Был бы тут где-нибудь заправочная фигня. Хреново. Тут еще лагерь зараженных. Ну а черт, точно. Надо спалить оставшиеся гнезда. Иди, тут же должно что-то заправочное быть. Может, по-моему, заправка нет? Я что-то путаю. Ну, заправка же, заправка. Мне нужен бензин. А еще как нужен?
И чего, как им? Как его заправлять-то? И чё, и так подъезжаешь, как заправлять-то? Насранец обнаружил. Чё-то я не могу покурить. Как заправлять-то? Ноль. Это поправимо. Продержится. Может, к этим надо подъезжать? Ладно, сейчас попробуем. А, ладно. Я думаю, тому бака. Вот так. Вот порядок. Так. Ага, по мосту проехали. Куда едем? Ладно, остальные Сашку потом, когда вернусь. Не понял. Что? Не начинай, а! Я просто охочусь на фриков, понимаешь, Бухарь? Только ради наград я туда и таскаюсь! Не лезь под колеса! Скотина, блядь. Клыкачи, счет! Как открыть, фиг понять, блядь. Погоди, погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Ах, вот суки.
Вот суки! Что там такое? Ты цел? Не-не-не, я не ранен. По-моему, это предупредительные. Если бы они целились в меня, я был бы уже мертв. Вик, я давно говорю, ты на тот свет хочешь. Да ладно, не бойся за меня, отбой! Транк не действует! Ай, еще как действует, иначе он тебе уже башку погрызет! Давай, Док, скорее! Беспокойся, ты уже поломыш! Они идут! Еще минуту! Ну что, уходим! Вали! Быстро! Все назад! Пошел, пошел! Быстро, давай! Давай, взлетайте! Так, они какое-то лекарство испытывали. Так, можно сейчас как раз винтовочку это использовать. Масштаб. Быстро смотрим и валимся. Точно, это рация. Так, все, есть попасок. Ух ты, блин. Я, ну-ка, отдай, мелкий говнюк! Гаденыш, это мое! Наконец-то! Господи, вот прыткие мерзавцы! Так что они делают? Я, короче, сам не понял. Походу, фриков пасут. Они держали шакала в Аркане, как будто хотели прикрепить к нему трекер, что ли. Чего? В каком смысле пасут? Ну, типа, изучают. Ловят образцы какие-то, берут и выпускают. Типа, как биологи на Discovery. К ним фрики подвалили, эти сразу свалили. Снарягу оставили, рацию. Стой, ты же не думаешь, что Сара... Нет, не, я не знаю. Я просто... И он жив, Бухарь, жив. О'Брайен, один из них, из Неро. Я просто их выслежу. Ну, постараюсь, я хочу добиться ответов. Черт. Ладно. Я скоро уже смогу ездить. Я помогу тебе. Если этот гад жив, мы его найдем. Из-под земли достанем. Еще поговорим потом, конец связи. Ну, О'Брайен, и где же ты? Thank you.
Привет. Здрасте. Я тут заблудился. Может, вы подскажете? Ты тут заблудился? Да, я ищу Old Belknap Road, но тут что-то ни одного указателя. Слушай, ты что, издеваешься? Нет. Что? В чем дело? Что? А, круто. Ну, просто зашибись. Ну, зашибись. Просто класс. Так что, подскажете? Что? Извини, понятия не имею, где этот Белнук, Белнак или как его Белнап. Там? Белнап. Белнап, да, вот это. Я не знаю, что это и где, ничем не могу помочь. Значит, нет. Нет. А, ну, хорошего дня. Эй! Вот ведь. Можешь тебя подвезти? Да, будь добр. Рада, что ты наконец догадался. Я сам. Я Дикон. Оу, пардон, неловко вышло. А как мне сесть на эту хреновину? Ну, это должно быть очевидно. Просто... Перекинь ногу. Ладно. Сейчас. Села. Эй! Держись крепче. Большое тебе спасибо. Нет проблем. Просто оказалась в отрыве от цивилизации. Да ладно, есть тут цивилизация. Вот рядом Крейзи Уиллис, а еще... Ну, я в смысле, что сеть не ловит. Я так и понял. А, ясно. Ну, ладно. И что такая красивая девушка забыла в таком месте? Знаешь, сама задаюсь этим вопросом. Я провожу исследования, ну, изучаю всякое... Спасибо, а то я не знал, что такое исследование. Извини, я изучаю растения. Изучаешь растения? Да. Жива. Да, нам повезло. Эй, точно все нормально? Да, все нормально, просто... Господи. Эй, да тут и сеть. Привет. Да, все в порядке, но... Это твоя машина, это реально корыто. Эвакуатор нужен. И она... Я не знаю, где-то... Я не знаю, трасса где. Трасса 42. Трасса 42. Да, около мили проехала. Ну ладно, до скорого. Мы поехали назад к машине и будем ждать эвакуатор. Я не знаю. Ну ладно, не вопрос. Когда те парни вернутся, они будут рады тебя подвезти. Так, хорошо. Ладно, только дай дышаться. Они вернутся в любой ладно, момент. Ладно, ладно, все, поехали. Только на этот раз поосторожнее. Ты же на самом деле не заблудился, да? Это как посмотреть. Вот бывшая моя тебе скажет, что я давно заблудший. Ну, тут ты явно все дороги знаешь. А ты, значит, не местная? Нет, я из Сиэтла. Компания, в которой я работаю, открыла тут лабораторию, и вот я переехала в это захолустье. Чтобы изучать растения. Точно. Ну да, я ведь уже сказала. В общем, наша компания проводит исследования для одной биомедицинской фирмы. И некоторые из растений, с которыми я работаю, довольно редкие. И они растут здесь. Ничего приятнее я в жизни не слышал. Они уже здесь. Охренели. Клин, у нас тут гости.
ты, блин, какого ракета? Ну что, поумнел? И кто это у нас? Я большой злой байкер. Я шиму еще раз. Ну что, да, брат, нравится? Давай взломи ему. Уже не такой взломи. Крутой, да? Ты, я смотрю, намеков не понимаешь. О, неплохо. Да. Сейчас мы его получим. Он у нас все поймет. Что, нравится? Да ну нахер валим отсюда. В общем, победить их навряд ли, наверное, получилось бы. Ой, мамочки. Не-не-не-не. Мамочки. Эй. Извини, пожалуйста, я не знала. Я просто глянула в твою сумку. Да все нормально. Увидела и подумала, я же могла кого-нибудь убить. Ну, господи. Для этого тебе пришлось бы как минимум прицелиться. Я никогда ничего такого не делала. Все в порядке, они уже свалили. Я увидела это в твоей сумке. Ты молодец. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы сядем здесь и будем ждать твоего парня. Ладно. Спасибо. Я никогда такого не делала. Да? А так не скажешь. Правда? Так, отлично, нам дали одно очко науку, а лучше бы, конечно, два, не помешало. Такер, лагерь Hot Springs, вы слышите? Мне нужны подробности насчет девчонки Мэрион Форкс. Мы сейчас узнаем какую-то информацию о Саре. Я тебе рассказала все, что знаю. Возможно, молодая она и жила. Девушка. Опа, кто стреляет? Ларсон видел ее у Хангри Джимс. Это блинная у Восточного моста. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такую. Ну да, блины и лесорубы. Знаю такое. Ладно, начну оттуда. Давай. Ты, главное, доставь девчонку ко мне. Нам тут на днях одни намады кое-какие пушки доставили. Может, тебе что-то пригодится. Буду иметь в виду. Конец связи. Выходи! Эй, сколько намадов вы за сегодня убили? Вот он! Вот он! Застраться. Еще один бежит. Давай, давай, иди сюда. Ух ты, блин, а! А ты-то что сделал? Ладно, на этом будем закругляться. Сейчас будем искать этого, скорее всего, Брайана. Добывать у него информацию по поводу сэра. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И всем пока.